Секунду, мне кое-что надо. Кое-что надо. Кое-что надо. Сейчас, извините меня, пожалуйста. Блять. Так, ребята, это очень смешно. Нет, не без учу. Не насчет посылки. Так, все. Идем дальше. Что бы красить? Я даже не знаю, какой макияж сделать. У меня нет штрафов, если вы следите за мной. Я уже давно сказала, что я отменила это. Да, у меня дедушка живет в России, но суть в том, что у меня нет его данных, ну, документов нет, что это мой дедушка. У меня вообще документов нет, в принципе, никаких, кроме паспорта. Я даже не помню, где мои документы об окончании школы. Я смотрю сериал «13 причин почему». Я не знаю, блин, ребят, какой макияж сделать. У меня какой-то пропал энтузиазм. Яркий. Не хочу что-то яркий. Я знаю, как... Ой, не ту кисточку взяла. Стрелочки, что-то не хочу сегодня, ребят. Я живу около метро Саларьева. Да, рассказ служанки вообще бомба. Я покупаю в золотом яблоке косметику. Заказываю в интернете, в инстаграме. Это мантра, ребят. Так, сделали так. Нет, не смотрела «Великолепный век». Я не умею делать восточный мейк, но я могу попробовать. Мне что-то очень жарко. Тени. Тени нет, это я в инсте заказывала в Инстаграме девочки, которая оригинальную косметику из Европы, из Франции, из Америки привозит. Жила в Эстонии, потому что не живу там, не хочу жить. Ладно, сейчас я выключу мантру, блин. Включу обычную музыку.
У меня нет такого, чтобы я днем делала дневной макияж, вечером вечерний. Софиева, иногда списываемся. Не показали, почему, как переехали на Новую Поляну, не знаю, не посчитали нужного. Конечно, знаю, что такое работа. Я работала, блин, с 11 лет, а с 7 лет зарабатывала. Эстонский, да, через «э» пишется. А как может нижнее веко быть большое? Я не знаю даже, как это. Нижний век — это вот... Я так не разбираюсь, ребят. Да, легко было пройти кастинг. Скучаешь по Дом 2? Ну, местами, конечно. Я там много времени провела. Да, они уже длинные, ребят, мне сегодня будут переделывать. Я ненавижу длинные ногти. Они как у птеродактиля, мне кажется. Ребят, я не общаюсь с мужским полом. У меня единственный, с кем я общаюсь, это Даня. Поэтому у меня нет поклонников, потому что я не общаюсь. Откуда они должны появиться, если я не общаюсь? После ухода перестала смотреть Дом 2. Спасибо. Я не делаю каждый день макияж, когда я дома сейчас. Ой, тапочек упал. Я делаю его раз в два дня. Дома буду делать маникюр. Вот поэтому мне не нравится наносить кисточкой. Вот мне очень не нравится, когда кисточка наносишь тон. Он какой-то ужасный. Мне теперь не нравится. Наносите все спонжиком, ребят. Кисточка — это вообще ужас какой-то. Нет, я не знаю никаких Владимиров-нумерологов.
Блин, как свет портит. Ребят, это некорректные вопросы про зарплату на доме 2, я не буду отвечать. Зачем? Давайте еще вопросы, ребят. Серьга мне никак не мешает. Спасибо, мне очень приятно. Что любишь кушать? Как пришла к медитациям? К медитациям я пришла благодаря Пиону. Это был бывший участник, он ушел с проекта. Мы с ним очень много на эту тему общались. Я хотела начать еще на проекте, но у меня тогда начались проблемы с Лешей. И что-то я забила на это, потому что была вся в проблемах. По итогу, короче, я ушла с проекта, 3 недели мне было очень хреново. И вот неделю назад я чуть больше начала этим заниматься. Просто начала интересоваться, трансформационный курс купила, там были уже медитации. Скучаю, конечно же, ребята, я не буду врать. Ну, ребят, вас было вчера в эфире 2000 человек. Как можно было 2000 человек проконсультировать? Я сейчас, к сожалению, никакую книгу не читаю, но надо бы начать. Нет, я не боюсь обнажить, не хотела моделью стать. Мне не нравится, как я получаюсь на фотках. Яна подруга? Какая Яна? В Эстонии очень мало возможностей. Меня Эстония очень сильно душила, у меня там была дикая депрессия. О-о-о-о. Я не курю. Просто красилась и все и так научилась. Да, больно делать татуировку на руке. Я айкос не курю. Мне вообще от айкоса запаха плохо, он воняет туалетом каким-то вонючим. У меня нет никого на примете. Кино называется. Мне не нравятся положительные сериалы. Но
вообще не понимаю людей, которым нравится этот Айкос. Я похудела на нервах. Я не знаю, кто такой Безруков. Я бы никогда в жизни с таким мальчиком не встречалась, как новенький мальчик. Мне La La Land вообще не понравился, ужасный какой-то фильм. Он идет очень долго, он странный, и мне он не понравился вообще никак. Мне нужен мужчина, который умный, который сможет меня чему-то научить. Блин, что-то перемазюкало тут. «Сумерки» я смотрела уже много лет назад. Я знаю такие сериалы, как «Бригада», ребят. «Карандаш Мисс Тайс». Карандаш Мисс Тайс, номер 780. Одно не скучно, но иногда бывает скучно, но я веду с вами прямые эфиры, учусь. Так и день проходит. Я не знаю, где смотреть. Путина будет сегодня показывать? Маса Макан, или как он называется, да, иногда слушаю песню его. Если я быстро постарею, значит постарею. Какая разница? Я живу здесь и сейчас.